Покажу, как из одной пластиковой бутылки сделать две полезных вещи. Итак, берем пластиковую бутылку и отрезаем горлышко в самом широком месте. Я делаю это при помощи ножа и ножниц. Горлышко отрезали, убираем в сторону, оно нам еще пригодится. Затем на расстоянии 2 сантиметров опять делаем надрез. Делаем его параллельно вот этому краю. И не дорезаем до конца, примерно 1-1.5 сантиметра. Получилось вот так. Теперь делаем в глубину 2 параллельных разреза длиной где-то 10 сантиметров. Должна получиться вот такая вот конструкция. Теперь все лишнее обрезаем. То есть вот так вот по кругу убираем. Получилась вот такая вот конструкция. И теперь этот круг фиксируем внизу. Получается вот такая вот кружка. В такую кружку можно наливать хоть горячее, хоть холодное. Она отлично держит большой объем. Удобно и для дачи, и для пикника. А вот такие вот крышки от бутылок очень удобно использовать для порошков в мягких пакетах. Вставляем горлышко бутылки внутрь и при помощи вот такой вот резинки фиксируем. И теперь посмотрите, как удобно дозировать порошок из неудобной мягкой упаковки. Сколько нужно. Удобно хранится, ничего не рассыпется. Пишите, как вам такие хитрости с пластиковой бутылкой. Будете повторять?